недавно в своем инстаграме я делала опрос, какие рок-композиции вы считаете наиболее расслабляющими и спокойными. И сегодня на основе ваших ответов я подготовила топ-5 рок-композиций, которые помогут вам расслабиться и немножко порелаксировать. Но если вы хотите порелаксировать еще больше и снять стресс, то для этого есть замечательное приложение, о котором я сейчас и расскажу. Сегодняшнее видео записано при поддержке Медиатопии. Медиатопия — это такое приложение, которое помогает снять стресс, улучшить ваш сон и заняться ментальным здоровьем. Тут вы найдете расслабляющие звуки природы, приятную музыку, некоторые упражнения для медитации и много всего интересного и полезного. Лично для меня Медиатопия полезна по двум основным причинам. Первое. Это то, что я достаточно эмоциональный человек, и нередко мне очень сложно бывает уснуть. Здесь мы можем открыть Медиатопию, включить приятные, например, звуки природы, и все напрягающие мысли тут же начинают растворяться. И вторая полезная для меня причина – это то, что я сейчас довольно активно развиваю свой скилл английского языка. Здесь можно выбрать язык, выбираем английский, включаем себе сказку на ночь и прокачиваем скилл аудирования, при этом еще и расслабляясь и релаксируя. В общем, я действительно рекомендую вам ознакомиться с данным приложением. Скачивайте Медиатопию по ссылке в описании, и первые 3 дня для вас будут абсолютно бесплатными. Поплыли!